Здорово, ребят. По поводу такой штуки, как возраст. Я об этом уже говорил, да, что нужно жить пока молодой. Нужно крутиться, вертеться, успевать и с женщинами, и зарабатывать деньги, пока вот у тебя еще есть какой-то запал, пока есть силы, пока есть здоровье. И вот еще пару моментов, пару примеров, да. То есть одно из моих последних видео, там есть такой Александр на набережной в Самаре. Ему 55, и он действительно там, несмотря на то, что у него есть семья, он подходит там знакомиться с девушками, что-то, ну, я не буду дальше разглашать все эти моменты. То есть, ну, для него подойти и познакомиться хотя бы, да, не является никакой проблемой. То есть, что будет там, что дальше с этими девушками происходит, это как бы конфиденциальная информация. Вот, суть не в этом. Суть в том, что вот, и он так одет ярко, вычурно. Это все круто, но как сказал мой друг, увидев его, он сказал, что, говорит, ну, как бы внешний вид называется последний шанс. То есть, ну, ничего плохого про Сашу говорить не могу, просто сам факт, что вот ему все равно 55. И все равно девушки, к которым он подходит там к 24-летним, там 27-летним, вот так вот, они все равно его воспринимают уже как вот, ну, слишком, наверное, зрелого мужчину. То есть, да, таким девушкам нравятся мужчины там до 40. Я знаю такие браки, когда и там, в 50 лет, но это в основном чем старше 40, тем реже. То есть, соответственно, я к чему это говорю, что возраст все равно никуда не денешь. И это так или иначе мешает. Мешает соблазнению и мешает, ну, вот какому-то восприятию тебя девушками. Вот. И второй момент, у меня здесь такая прикольная история. Мне подруга рассказала такую штуку. Она работает секретаршей, вот, в одной там крупной компании. И самый главный босс у них, он такой уже прям матерый старик. Ну, то есть ему там где-то 60. Он выглядит на свой, вот именно на свои 60, не моложе никак, да. То есть и он домогается до нее всяческими способами. Она рассказывала, какими способами. То есть он пробовал ей и угрожать, он пробовал ей и намекать, он пробовал и прямым текстом говорить. Он вплоть до того, что он обещал всякие бонусы, там, повышение по службе. Но она молодая, классная, красивая девчонка. Я, конечно, могу его понять, потому что, ну, седина в бороду, без в ребро. То есть там такую девушку реально можно ходить и слюни пускать. Вот. И дошло до того, что он начал ей предлагать уже какие-то бонусы, там, повышение по службе и предлагать ей денежное вознаграждение за то, чтобы она, ну, занялась с ним сексом или занималась с ним сексом дальше. То есть он уже готов отдать ей вообще реально там, ну, совершенно немалые суммы она называла. Вот. Это, конечно, все секреты останется между нами, но как бы суть-то не в этом. Суть в том, что я, знаешь, ее как порядочную девушку, да, то есть и какие-то бы девчонки, может быть, даже согласились, но даже если они бы согласились, им бы было бы крайне неприятно, и, ну, понятно, они бы делали это только ради денег, и, мне кажется, не знаю, кого-то из них могло бы истошнить. Но прикол в чем? К тому, что возраст — это такой ресурс, который нужно, ну, он не вечен. Его нужно использовать, молодость — это ресурс, который не вечен, ее нужно использовать сейчас, пока ты молодой, потому что, видишь, как показывает практика, как показывает вот эта история, которую ты сейчас рассказал, что даже уже никакие деньги и бонусы по работе, и взятки, или что-то еще уже не помогут, если ты совсем старый, непривлекательный. И девушке проще найти себе молодого, там, какого-то богатого спонсора, успешного, да, чем вот за деньги заниматься сексом с каким-то старым противным ей-человеком. Поэтому, парни, еще раз хочу вам напомнить, да, что пока вы молоды, ебашьте, пока вы молоды. Знакомьтесь с девушками, занимайтесь любовью, то есть пусть у вас будет много женщин. Найдите себе одну самую классную, самую любимую, потому что вот именно в этом счастье, ребята. Самое большое счастье не в количестве телок, а самое большое счастье в той любимой женщине, которую любите вы и которая любит вас. И зарабатывайте деньги, крутитесь, вертитесь. Ребят, вы молоды. И даже если кому-то сейчас 35, вы реально молоды, потому что вам не 55. Ну, какие-то такие мысли. Еду на свиданку. Всем пока.